Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В предыдущем уроке мы научились создавать минифицированную версию файла, то есть вот такую вот сжатую. Конечно же, ее неудобно читать, и если вы вдруг скачали откуда-то код, и он в таком виде, вы не сможете удобно им пользоваться. Вам нужно его привести в нормальный вид. До этого мы уже устанавливали плагин Beautify. Он создал у нас вот здесь такую иконочку. Если вы его не устанавливали, установите его. Есть Beautify, также есть JS Beautify, JS Beautifier, но они не сильно отличаются, так что я рекомендую вам поставить просто Beautify. После того, как вы его установили, выбираем код, нажимаем эту кнопочку. И мы видим, что наш файл принял нормальный вид. И теперь мы можем удобно его редактировать и просматривать. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Встретимся в следующем видеоуроке. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии и переходите к следующему видеоуроку. Спасибо за внимание и до новых встреч!